Батя был совершенно просто, он абсолютно правильно говорит. Ему эта асса была до такой вообще, так сказать, высокой фени. А мне до... У меня же была история дикая совершенно. Я кому-то... Кому же тогда... Когда я вас-то набирал, всех этих самых... Африке, я, по-моему, сказал. Африка, приведи мне каких-нибудь хороших музыкантов. И он мне привел всю эту самую кино, всю группу. Я говорю, ребят, вы не обижайтесь только. Я вас сейчас... Вы, наверное, хорошие все, кино там, все, ура. Но мне нужна совершенно другая группа, для картины группа. Первое, что я сделал, это, как бы сказал, вот вы, Виктор, мне абсолютно никак вы не годитесь в эту группу. А почему вам не понравилось? Ну, зачем кореец? Ну, какой харизматик? Это вы, сейчас он харизматик. Тогда это был кореец. Понимаете? Никакой он не был харизматик. Он был кореец. И это очень отвлекало от содержания, да? Конечно, зачем? Ну, если он кореец, значит, нужно какой-нибудь корейские мотивы вводить какие-то. Я думаю, зачем это надо? То есть я был абсолютно дикий человек. А почему вы его...